Сегодня в Свердловской области поставлен новый антирекорд. За сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, по данным оперштаба, ситуация в регионе стабилизировалась, а на протяжении трех дней количество выписанных превышает число заболевших. В Первоуральске за сутки выявлено 10 новых случаев заражения. Тем самым за время пандемии диагноз подтвердился у 1037 горожан. Из госпиталя сегодня выписали 19 человек. Всего в Свердловской области зафиксировано почти 42 тысячи заболевших, из них почти 34 уже выздоровели. В регионе зарегистрировано 10 случаев смерти. Общее количество жертв коронавируса достигло 917. В оперативном штабе сообщили, что в ближайшее время новых ограничений из-за пандемии приниматься не будет, а со следующей недели в поликлиниках возобновятся плановые приемы и диспансеризация. Сейчас главная задача – разгрузить лаборатории, уменьшив количество людей, которым необходимо сдавать анализ, к примеру, контактным. Эти меры, конечно, позволят в течение нескольких дней, я думаю, ближайших, очень серьезно разгрузить лабораторные исследования и сделать так, чтобы они были направлены в первую очередь на тех, кто больше всего в этих исследованиях нуждается. Если в течение 48 часов лаборатория не выдает полученный результат, то лаборатория может быть оштрафована.